Да, он парень нервный, даже чересчур, наверное. Всем манерным сходу пробивал фанеру. По щегляне психовал на молоко с пенкой. Сейчас психует на соседский шум за стенкой. Взрывается моментом, как С4 любого раздражающего с полпинка натырит. Не соблюдаешь в магазине очередь собака. Никакого разговора, сразу драка. Блатной с района пытался что-то доказать. Разговор не вышел, чего и стоило ждать. Потом блатный накидывал жене и близким братьям, что нервный поступил не по понятиям. А он клал на это, ему-то чё. Тут на футбольном поле в него попали мячом. И футболисты бегают ужасно быстро. Догнал двоих, переломы плюс расписки. Одежда черная, остальное несерьезно. Советы не нужны по жизни, слишком поздно. Прописывали тапки, глицин и все такое. Потом всем надоело, оставили в покое. За рулем когда? Ну там вообще пиздец. На перекрестке рамс и мусора под конец. Сотовый об асфальт, об голову бутылку. От кулака дыра в двери, он парняга пылкий. Нервный очень, он очень нервный. Захочешь поломать его, поломает тебя первый. Не стоит так палить, не в зоопарке. Носит Эверлест, ездит в иномарке. Нервный очень, он очень нервный. Захочешь поломать его, поломает тебя первый. Не стоит так палить, не в зоопарке. Носит Эверлест, ездит в иномарке. В чем прикол? Ему на все здоровье хватит. Тренировки по режиму, его не бесит, кстати. Пить давать ему нельзя ни в коем случае. Вам в больнице по-любому будет очень скучно. Парень тучный, таких производство штучное. Могучий, он ужасно злоебучий. Муху не обидит просто так, в натуре. Но если он взорвался, тут на всех хватает дури. Послать кого-то нахер, у него в порядке вещей. Ненавидит пидоров, хуеплетов, чертей. При их виде каждого из них обидит. Минуты его ярости не помогут даже биты. Он не пробитый, просто нервный. Принципом своему воли, по неволе верный. Не только нервные клетки сгорели, похоже, но и ячейки, где были эти клетки, тоже. Нервный очень, он очень нервный. Захочешь поломать его, поломает тебя первый. Не стоит так палить, не в зоопарке. Носит Эверлест, ездит в иномарке. Нервный очень, он очень нервный. Захочешь поломать его, поломает тебя первый. Не стоит так палить, не в зоопарке. Носит Эверлест, ездит в иномарке.